Специалисты управления по санаторно-курортному комплексу выявили 27 неработающих фонарей и 13 светодиодных элементов на Пионерском проспекте. Коммунальные службы муниципалитета занимаются их заменой. Юрий Поляков настаивает на системном подходе. Это должен быть постоянный какой-то контроль. Для того, чтобы оно нормально смотрелось, оно должно постоянно работать. Выявление фактов использования земли под индивидуальное жилищное строительство в коммерческих целях стало системой. Еженедельно по 3 или 4 адресам выезжает проверка, а еще 3 или 4 собственника получают предписание привести либо объект, либо документы в соответствие. Усилить работу до Нового года все равно слабо. Если бы вы каждый день по 4 делали, то за 300 дней у вас бы уже было 1200, правильно или нет? Но этого же нет объема, его нету. Усилиться, пожалуйста. Это прежде всего вопрос налогов. Темпы роста доходов муниципального бюджета по сравнению с прошлым годом 9%. На 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Недоимка же по налогам с начала года снизилась почти на четверть. Финансисты администрации говорят о планомерной работе, начиная с агитации, заканчивая подворовыми обходами в сельских населенных пунктах. В частности, для взыскания доимки в сельских округах в ходе подворовых обходов на сегодняшний день 12 384 человека погасили 35,7 миллиона рублей. Налоговые поступления в краевой и муниципальный бюджет означают больше возможностей для появления новых социальных объектов. В рамках программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» началось строительство детского сада в хуторе Воскресенском. Практически завершено строительство здания амбулатории врача общей практики в хуторе Чекон. На 2/3 готов модульный спортивный зал в школе номер 21 станицы Анапской. А в детском саду номер 11, лазурный, специалисты устанавливают световое и технологическое оборудование в группах и пищеблоке. А лицензию сколько получать? Лицензию получать по регламенту Министерства образования 2 месяца. Но мы со своей стороны готовим все необходимые документы. Вы уже сейчас все готовите. А мы будем попросить, чтобы побыстрее все это было дело. Хорошо, Ефимович. Юрий Поляков поручил управлению спорта готовить заявки в край на финансирование в следующем году строительства в Анапе бюджетных спортивных залов и обратил внимание на подготовку к Новому году. Среди предприятий объявят конкурс на лучшее праздничное оформление. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.